Руководство болгарского города Черпан связалось с главой администрации Ленинского района Бреста Валентином Милашевским еще в сентябре этого года. На нас вышли представители этого города. В первую очередь, теперешний советник мэра города. Он сейчас в статусе советника мэра города. И предложил, что у нас есть интерес. Часть ваших предприятий уже работает на нашем рынке. И я бы хотел создать такую площадку в нашем городе, и чтобы расширить эти. Мы переговорили с нашими руководителями предприятий, организациями. Мы, конечно, согласились с удовольствием. Мы хотим и развиваем наши потенциальные возможности не только в сторону России, но и хотим сделать многовекторное. И, конечно, чем больше у нас будет партнеров, вот надежных партнеров, покупателей надежных, тем лучше для наших предприятий, тем больше будет поступать и денег в бюджет города, в том числе Ленинского района. Уже тогда болгары наметили основную цель визита – экономическое сотрудничество. Вчера на встрече в горисполкоме мэр Черпана Ивайло Крачолов с первых минут общения раскрыл все козыри своего города. Это географический центр Болгарии. Не так далеко находится море. Есть винодельческое предприятие, где производят самое лучшее болгарское вино. Широко развита культурная сфера. Потому есть уверенность в большом потенциале сотрудничества. 5 лет назад я впервые посетил город Брест и с тех пор очень впечатлен. С огромным удовольствием выбрал ваш город в качестве своего первого зарубежного визита. Я знаю, что найду здесь не только партнеров, но и друзей, с которыми в будущем будут хорошие отношения. Надеюсь на долговременное сотрудничество в сфере экономики, культуры, спорта и туризма в том числе. В первую очередь это экономическая составляющая. Но вторая составляющая – это наш такой менталитет, скажем, славянский, христианский менталитет, наша культура, они чем-то схожи. Мы схожи с этими людьми. У нас большинство людей, которые вероисповедуют религию, одинаковые. Ну, то есть в этом направлении тоже можно работать. Это культурный обмен. Это обмен различными делегациями, как образование, может быть, здравоохранение, спортивных делегаций, да и, в конце концов, человеческого общения и туризма тоже. В состав делегации также вошли сопредседатели и управляющие делами Международной ассоциации регионального сотрудничества из Москвы. Эта организация совсем молода, основана в феврале 2019-го, но уже успела связать узами сотрудничества многие города и страны. На сегодняшний день у нас входит ряд муниципалитетов, это российских, с регионов, значит, Болгария, Турция, сейчас делегация буквально приезжает к нам туда, в Москву, Сербия, Черногория, ну вот Брестская область, мы с ней активно сотрудничаем сейчас, Италия на подходе, государства Западной Африки, вот, в основе с Гвинея-Конакри. Это вот начало. Основная цель этой ассоциации – взаимовыгодная дружба, причем во всех сферах. Таким образом, у нас появляется платформа где и для бизнеса, где мы можем обмениваться и на международном плане поднимать престиж муниципалитетов. Вот. Работаем мы активно, ну, пока что на территории России, потому что у каждого государства свои законы, есть свои инициативные группы, которые помогут нам выстроить на единой платформе все подходы, понимаете? И я думаю, что успех будет, потому что мы планируем не просто собираться, а только периодически, а вести непрерывную постоянную работу. Потому что каждый муниципалитет является ячейкой своего государства. И вот на земле, выстраивая передовое, у кого что есть, выстраивая все эти финансовые схемы интересные, я думаю, что перспектива у нас будет хорошая. Говорили на встрече и об уже имеющихся отношениях, установленных у Бреста с Болгарией. За январь-октябрь нынешнего года внешний торговый оборот составил более 2 миллионов долларов. Это почти на 80% больше, чем в прошлом году. За 10 месяцев брещане поставили продукции больше, чем на 500 000 долларов. Лидирует экспорт товаров производства «Санта Бремер», «Савушкин продукт», «Бел Алка» и
других градообразующих предприятий города. В 2019-м увеличился и импорт товаров из Болгарии в Брест. Итогом переговоров стало подписание договора о сотрудничестве с Ленинским районом города над Бугом. Какие плоды принесут дружеские отношения белорусского Бреста и болгарского Черпана, покажет время. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, Павел Малашонок, телекомпания «Буг-ТВ».